Молодец, кузнец, молодец. Ты, главное, удерживай блок, не отпускай его, самое главное. Подойди чуть-чуть ближе к Шурику. Блок чуть-чуть ниже, опусти чуть-чуть ниже. И поставь вот туда, в промежуток между двумя блоками, видишь? Вот поставь вот туда, да-да-да, молодец. Вот так чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Давай, кузнец, у тебя все получится. Впихни его, втолкни его. Ты что-то не то совершенно сделал, что надо было. Так, подожди, давай я сейчас Шуриком попробую. Шурик, сейчас твоя очередь. Берешь, перехватывай вот этот блок. Главное, не урони мне его на голову, а то я еще тупее стану, чем я являюсь. Отойди чуть-чуть назад и поставь его перед собой. Вот туда, да, молодец. Вот туда, да, чуть-чуть назад, чуть-чуть назад. Ты его криво как-то поставил, ты не видишь... Ну, Шурик, честно тебе скажу, строитель из тебя, ну, такой себе. Ладно, давай переставляем вот эти блоки, я чуть-чуть немножко отдохну, а то мы тут уже строим. Сколько? Вторые сутки строим этот дом. Я уже полстака серебряных монет на него потратил. Но еще немножко, Шурик, осталось, и ты там заново сможешь жить. И мы с тобой наконец-то не будем бомжевать на улице уже 10-ю серию магии. Молодец, молодец, Шурик, у тебя все получится, у тебя все получится. Ну, рассказывай, партизан, как вчера все прошло? Чё, а чё вчера все прошло? Чё вчера было-то, кузнец? Ну это, свиданка с твоей новой тёлочкой, Кристиной! Какой Кристиной? Ты чё несёшь, кузнец? Мы с ней не встречаемся, она просто меня позвала на вот этот дружеский ужин. Она даже не моя девушка, да на самом деле она мне даже не нравится, кузнец. Так что давай без этого, хорошо? Ага, ну так вот ей это в лицо и скажи, она как раз таки сзади тебя идёт. В смысле сзади меня идет? Так, кузнец, если что, ты меня не видел, ты меня не видел. Вот здесь за скамейкой будет замечательно. Кузнец, тихо. Кузнец, а не подскажешь, где ваш друг Эдичка потерялся? Не могу его найти. Эдичка, он за скамейкой прячется. Я просил тебе это не говорить. Ну ты тупой, кузнец, ну ты тупой, господи. Да, я линзы потерял, линзы в глаза я себе вставил очень сильно, линзы выпали, не могу их найти вот за скамейкой, потерял что-то, очки потерял, сейчас, вот это без разницы, буду без очков ходить, отойдем сюда, Кристина. Кузнец, ну иди линзы, поищи, придурка, вот это кусок по башке, сейчас получи, иди линзы мои поищи. Это, ой... Ну, привет, Кристина, я уже успел за тобой соскучиться. Ты, пожалуйста, прости меня, пожалуйста, то, что я с нашего вот этого свидания, ну, вот это сбежал, мне пришлось, меня что-то припучило, живот закрутило, затошнило, наверное, не нужно было кушать вот те креветки, я же тебе сказал то, что они просроченные, поэтому, надеюсь, ты на меня за это не обижаешься, а? Да ничего страшного, со всеми же бывает. А тебе-то все понравилось на свидании? Да, конечно, все понравилось. Мне больше всего понравились твои истории про то, что у тебя аллергия на рыбу и то, что ты после нее пукаешь. Это мне сейчас в страшных снах, в кошмарах снится будет. Но это мне больше всего понравилось, Кристина. Я очень сильно рад, что ты меня позвала на свиданку. А вы что там пучите? За работу давайте, два бездаря, не смотрите на меня. Свидание? Во! Вот такое! Да если бы было еще одно свидание, я бы с удовольствием бы на него пошел хоть бы прямо сейчас, Кристина. Я только за. Еще одно свидание? Ну тогда я сейчас все организую, и вечером встречаемся на том же месте. А, да, я не то имел в виду, у меня дела, вечером я дом строю с мужиками. Вот кто меня за язык дернул сказать вот это, чё вы на меня пучите, за работу давайте, а не смотрите на меня. Так, и это не то, что вы подумали, это не то, что вы подумали, и у меня между с ней, между ней и нами ничего нет. Можно я буду крестным отцом ваших детей? Если ты сейчас не заткнешься, я вот этот блок возьму и на башку тебе его уроню. Понял, кузнец?
Вы ресурсы уже все потратили? Слушайте, ну тогда надо опять на рынок поехать, а то как бы дом еще не достроен. Вот здесь немножко не хватает, здесь в блоках не хватает. Пол заделать и крышу заделать. Ну слушайте, тогда вы тут расчищайте территорию, я тогда с Кузей сейчас полечу за город на рынок. Опять надо блоков вот это притащить. Кузя! Кузьмин Эдуардович, прилетите сюда, пожалуйста! Он что, глухой стал, что ли? Кузя, идрить колотить! О, летит! Наконец-то! Кузя, сюда, на меня, я здесь, возле дома нашего! Сюда, лети, Кузя! Кузя! Он что, меня не видит, не слышит в этой серии, я не понимаю. На меня сюда лети, а возле моста, да ты совершенно не туда летишь, куда надо. На меня, Кузя! Кузя! Шурик! Кузя, идите сюда! Идите сюда! И дрычка, он летал, потом над речкой этой зависнул, и потом шандарахнулся и просто на дно туда завалился у меня на глазах. Быстро за мной, надо его как-то вытащить оттуда, надо его как... Я это один сейчас слышал? Это не Кузя. Кузя так никогда не делал. А это мне уже совершенно не нравится. Матерь Божья. Так, у нас нет времени сейчас ждать и смотреть на этого дракона. Быстро на мост, но только лишнего шума не издавайте. Быстро на мост, давайте сюда. Он где-то там на дне находится. Я видел, как он прям по центру этой речки шандарахнулся. Идите на меня, не шумите и тихо себя ведите, хорошо? Тихо. Я сказал тихо. Давай, ты сюда, мы Кузю в следующий раз спасем, я предлагаю домой пойти, закрыться, доширак заварить и в шахматы поиграть. Да, Кузя же умеет плавать, да, Кузя умеет плавать под водой. Готовьтесь брать ноги в руки, руки в ноги и сваливать отсюда как так далеко, как только сможем. А вот сейчас бежим! За мной! Быстро не дрыть, колотить! Это... Я... Тихо! Побегаем вот сюда! Под мостом! Быстренько! Тихо, не шумите! Мы за Кузей... Сейчас, не выходите, главное не выходите. Стойте там. Он полетел. Все, давайте со мной. Только главное, громко не разговаривайте, чтобы он нас не услышал. Это что за дичь сейчас была? Это сраная магия, этот сезон, тут каждую серию какая-то жопа происходит. Мы даже дом спокойно построить не можем, потому что драконы какие-то прилетают каждый раз. Смотрите, голубь зеленый, летающий нафиг! Может, это двоюродный отец Кузи? Ну, Кузя черного цвета, а этот зеленого. Я очень сильно сомневаюсь в том, что они вообще как-то связаны. Так, дайте вот сюда, за мной! Он шандарахнулся куда-то вот туда, я видел. Я надеюсь, что и он, но он же мог выбраться! Как бы, ну драконы же вроде как вот это умеют плавать. Надо нырять туда, на дно реки искать Кузю. Шурик, ты плавать умеешь? Шурик, не оборачивайся, не. Ты подожди, стой на месте. Ты главное не оборачивайся. А я ж забыл то, что это зона утопленников. Так, сюда, отойди сюда, Кузя, этот Шурик, что ты стоишь как дебил? Может, если мы не будем на них нападать, может, они на нас нападать не будут?
Мы за Кузей пришли, это за драконом моим, мы с вами сражаться не хотим, я бы вас кокнул, конечно, сейчас, но у меня сейчас другие проблемы в жизни. Ну, вы не заставляйте меня, я как бы магией вот этой владею! Кузя! Ты жив? На собака по башке, так, Кузя, нападай на них, давай, быстро! Одного кокнули, вторую давайте кокаем! Нет! Ну он на 100% сейчас должен был быть услышан! Кузя, ты живой? Я очень сильно за тебя рад, а сейчас быстро сваливаем туда в лес, пока вот этот дракон не вернулся. Слушай, Кузя, ты себе бабу что ли нашел вот эту драконичью и нам не сказал походу, или кто это такой? Сюда в лес, Кузя, сюда в лес, давай! Быстро в лес сюда заходите, Кузя, не летай, он же тебя увидит! Японский дракон, просто ты мне, может, объяснишь, кто этот крендель, который за тобой прилетел и тебя в это в озеро скинул? Так, у кого-то хотя бы в этой жизни будет какой-то план, как нам кукнуть вот этого дракона, а? Может, этого мужика позвать, в которого кузнец влюбился, вот этого лысого с огромным топором, мне кажется, он его кокнет, да, кузнец? Так, ладно, давайте все за мной сюда, быстро, но медленно, но тихо, давайте. Вот он. Так, сюда, за мной, подходите. Нам сейчас надо пойти за Вероникой. Мне кажется, кто в этом городе, но Вероника точно должна знать, как кукнуть вот этого дракона. Тихо. Обходим его стороной, кузнец. Ты там коров забыл забрать домой. Ты моли, чтобы этот дракон с твоими коровами ничего не учудил? Нет! Дети мои! Я устрою для вас лучшие похороны в мире! Да ты не кричи, сумасшедший! Ты тихо будь! Ну, тебе повезло то, что он сейчас улетел, а не кокнул нас! Ну, это хорошо то, что он коров кокнул! Иди подымай, вот это то, что с них выпало! Это хорошо, что коровы кокнулись, а не мы с тобой, кузнец! Это отлично! Так! Кузя, иди за Вероникой, она должна быть дома, просто подбеги к ней, потом прилети с ней к нам, и будем в центре города. Давай, побежал, Кузя. Да не полетел, а побежал. Так, кузнец и вот этот Шурик, давайте за мной. У меня есть небольшой, конечно, план, как можно отвлечь вот этого дракона. Я очень сильно сомневаюсь, что наши вот эти заклинания до него достанут. Он же высоко-высоко в небе летает, а я помню... Самой первой серии магии то, что на входе в город раньше тренировались лучники. Это значит то, что на входе в город, примерно где-то вот здесь, должны быть луки. Поэтому каждый берет по одному луку, каждый берет стрелы. Как бы кто-то из нас вообще пользоваться луком умеет стрелять? Не, никто? Ага, Шурик, ну молодец, давай попробуй в него попасть. А сейчас идем в центр города. Давай, кузнец, Шурик за мной. Сейчас придет Вероника, и мы все вместе вчетвером еще и с Кузей придумаем, как кокнуть вот этого дракона на вот это. Держи лук и стреляй сразу, если его Кузнец! Может, ты за нами пойдешь, нет? Шурик, иди в центр города, жди Веронику, я сейчас приду. Ну что ты опять делаешь, балбеса кусок? Ну вот скажи мне, тебя мама в детстве часто об унитаз роняла? Ты башкой часто бился, не могу понять. Кузнец, ты что делаешь? Просто что ты сейчас делаешь? А? Объясни, что? Ну я первый раз в жизни стреляю с лука! Дай потренироваться! И ты, дурака кусок, сейчас решил потренироваться, когда над городом дракон летает? А, ну хорошо, ну тогда хорошие тебе тренировки, кузнец, я приду, давай завтра, и завтра тебя заберу. Ага, мышь, ты за нас не переживай, Шуриком, этот японский этот кузнец, я тебя сейчас в космос вот так запущу нафиг, если ты стабишь, сейчас не пойдешь и дракона не убьешь, ты вообще очумел что ли, давай сюда за нами, Шурик там сам точно не справится, да я Шуриком точно не справлюсь. Вот он, Шурик, молодец, стреляй, нам нужно как-то отвлечь его внимание, чтобы он весь город здесь вот это не взорвал и не поджег.
Сейчас Вероника с этим с Кузей придет, и мы вместе что-то сможем придумать. Стреляйте, стреляйте. Может, хотя бы один раз по нему, да мы 100% попадем. Да, давай, 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 сейчас попадем. Один раз попали, два раза попали, три раза попали, даже четыре раза попали. Ну мы его, походу, этим только больше разозлили, да? Еще один раз попали! Да где этот Кузя проклятый? Я так, вы уже тут, и перекрадите. Молодец, Кузя! Вероника, как говорит народная магическая мудрость, мы в магическом дерьме. Тут ты на небо-то посмотри! Кузя себе новую бабу завел, даже нам ничего не сказал. Кузя, тебе не стыдно, она в три раза больше, чем ты. Че нам делать-то сейчас? Нас сожрет зеленая летающая чукча! Это ты, чукча, зеленая, его вот это я лысая. Вероника, есть план? Твоя палочка грома при тебе? Ну она всегда при мне. Во, вот она, а чё? Ну а какой смысл мне ее пользоваться? И даже... Эти заклинания даже до дракона не смогут достать. Она слишком близко стреляет. Ты не используешь весь ее потенциал. Это мощнейшая палочка. Если ты сможешь ее контролировать, тебе будет подвластна стихия грома. Стихия грома мне подвластна. Да что я с этой палочкой-то смогу сделать? Вот я блоки могу поднимать и вот всякой фигней там заниматься. Она ни на что больше не вот это не способна. Я даже этого дракона завалить не могу. Сосредоточься. Почувствую гром внутри себя. Почувствовать гром внутри себя. Гром внутри себя. Так, всем тихо, я сейчас буду чувствовать гром внутри себя. Ну и чё? Ничего не происходит, я не чувствую эту палочку. Попробуй, сконцентрируйся лучше. Ладно, давай его отвлекать, я еще раз буду концентрироваться. Мы, походу, тут медитацией занимаемся, йогой, пока вы дракона убиваете, ага. Я так дышал, у меня аж башка закружилась. Подождите, пожалуйста, пару минут. И чё? Это я сейчас дождь призвал или он сейчас сам призвался? Молодец! Это ты сделал! Продолжай дальше! Это я сейчас сделал! Я чувствую в себе... Мать моя, женщина! Так! Подождите еще разочек! Это все палочка! Это все палочка! Или кто это сейчас был? Ха-ха-ха! Ну сейчас он приземлится, я его... Ты уверен, что я его смогу кокнуть? Ты уверен, что я смогу кокнуть? Стреляйте, 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 стреляйте! Мы это сделали!